Саперы Центра «Лидер» МЧС Российской Федерации приступили к очистке территории Изарской высоты 28 апреля. За это время было очищено несколько гектаров. Сегодня был произведен первый подрыв найденных взрывоопасных предметов. Найдены десятки мин и снарядов, представляющие особую опасность. Минирование проводилось до войны 2008 года, чтобы обезопасить стратегически значимую дорогу. Подступы к Изарской дороге были заминированы в трех направлениях. Обнаружено и обезврежено 55 взрывоопасных предметов и очищена территория площадью 5,5 гектар. В основном это противопехотные осколочные мины ОЗМ-72, МОН-50 и мины ПОМС. Также встречаются на растяжках гранаты РГД и Ф-1. Мы их уничтожаем троллением роботехнического средства «Докинг МВ-4». Во время механической очистки робототехническим комплексом также уничтожены мины и гранаты. Уничтожением найденных взрывоопасных предметов занимаются саперы поисково-спасательного отряда МЧС Республики Южная Осетия. На месте мы совершаем укладку. МЧС Республики производит непосредственно руководство и уничтожение. Саперам центра «Лидер» предстоит очистить на Изарской возвышенности территорию площадью в 20 гектаров. Роза Тедеева, Александр Икаев. Информационный выпуск сегодня.